Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу павильон 2,5×5 на таком бетонном основании. Посмотрим по размерам, еще не проверяли. Будет перегородка, будут фрамуги коньковые на приводах. А пока приехали, расположились и приступаем к монтажу. Каркас теплицы поставили, закрепили. Сейчас сделаем отлив, кроем стены. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 2,5×5 на бетонном основании. По торцам у нас двери с форточкой, с термоприводами, перегородка делит на 2- и 3-метровую секцию, по низу отлив, каркас теплицы из профильной трубы 20 на 40, арки 20 на 20, покраска полимерно-порошковым способом, вот арки в виде фирм. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Сверху есть две коньковые фрамуги, тоже на термоприводах. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также по радиусу есть резиновый торцевой уплотнитель установлен. Вот такая вот относительно компактная, но очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.